В Серпухове завершается благоустройство общественных территорий. По проекту инициативного бюджетирования в этом году приведены в порядок мемориал в поселке Пролетарский и двор Большевики. Еще одна территория, где идут работы – мемориальный комплекс на Соборной горе. В рамках программы инициативного бюджетирования на улице Ленина в поселке Большевик прошли масштабные работы. Вымощены тротуары и пешеходные дорожки, отремонтированы парковочные места и проезды, оборудованы велодорожка и уличное освещение, спортивно-игровой комплекс, лавочки и урны. Такие масштабные перемены изменили облик главной улицы поселка. Теперь его жители будут отдыхать в современном и благоустроенном дворе. На поселке Большевик все работы закончены, сейчас идет пусконаладка по торшерному освещению. Что касаемо поселка Пролетарский, работы закончены, сейчас бригада занимается тем, что наводит порядок на строительной площадке. Полностью завершены работы будут уже сегодня, а до конца этой недели будет закончена реконструкция мемориала на Соборной горе. Там уложена брусчатка, установлен бордюр, гранитным камнем облицован мемориал со списком захороненных воинов. В рамках данного проекта все у нас готово. Подрядчик то же самое, он последние штрихи наводит. Просто параллельно данной работе мы сейчас занимаемся еще обустройством заборов, ограждений, освещения на Соборной горе. Реализация проектов по благоустройству в Серпухове стала возможна благодаря президентскому проекту «Жилье и городская среда». Горожане уже оценили перемены.